Участники национальной премии – это студенты очной формы обучения вузов и СУЗов России в возрасте от 16 до 25 лет. Премия включает в себя как индивидуальные, так и коллективные номинации. Для участников это отличная возможность показать свои успехи в творчестве, науке, спорте, IT, добровольчестве и других сферах. Это портфолио, состоящее из достижений студента за последний год. И также, самое главное, это видеовизитка, в которой студенты рассказывают о себе, как раз-таки о своих достижениях. Если они увидят этот эфир, очень хотелось бы обратиться к ним. Делайте, пожалуйста, более оригинально. Не делайте это очень грустно, не делайте это где-то в подвальном помещении. Сделайте классную визитку. Это поможет вам не только на нашем отборочном этапе, но и попасть на российский этап. Кроме того, студентам необходимо иметь только хорошие и отличные оценки в зачетной книжке за последние 2 семестра и, конечно, отсутствие задолженности по учебе. Если вы студент, проходящий по всем условиям премии, и хотите поучаствовать, вам нужно всего лишь зарегистрироваться на платформе «Молодежь России», подать заявку и отправить конкурсные материалы до 4 октября. Далее будет выбран победитель, который отправится уже на всероссийский этап.